Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить. Метро. Очень меня впечатлила картинка в метро, особенно со всеми этими наворотами, с полными лучами и HDR-ом. Блять, совсем другая картинка. Ребята, я просто восхищен. Что такое, блядь? Просто восхищаюсь на картинкой. Я не думал, что метро может так выглядеть. Даже Ведьмак переделанный. Кажется, вот она, только руку протяни. Уступает, мне кажется. Метро. Нужно спешить. Вряд ли Аврора сможет долго меня ждать. Еще плюс, конечно, я прикрутил. И очень неплохо я прикрутил, уж поверьте мне. Я вам сейчас еще раз напомню и покажу. Все у меня на канале есть. Так, куда? Вот сюда, по-моему, идти. А, кстати, что у меня там по этому? Сколько кадров у меня вообще? Что-то у меня... Мышка как-то медленно, блядь, бегает. А, у меня же эта херня есть. Фу, блядь. Вот чувак какой-то. Ну? Чё, встрял-то, блядь? Смолей. Вон все, хорьки какие-то там шумят, слышите? Что это такое? Все закрыто. Херы какие-то. Выбей дверь. Ну давай! Вот, блядь. Артём? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я вот не очень, блядь, напугал. А я с нашими связался наконец-то. Волнуются? И я их понимаю. Некоторые голоса, мне кажется, не подходят. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Глядя на его рожу, мне кажется... Давай просто... сюда, покажу. Ну, конечно, придираться к этому не хотелось бы. Так, давайте посмотрим, что у нас, как там вообще картинка-то выглядит. Пошли, Артём. Вы посмотрите, какая дрянь, блядь. Я вот верхнюю мушку включать. Блин, она сразу картинку делает. Давайте попробуем. Двигаем, Артём. А, у меня фантастик стоит, надо убрать фантастик. Блядь, так поярче, блядь, да, сразу вообще. Вот так надо сделать, смотрите-ка. Это голубизну, блядь. Вот как картинка должна выглядеть. Ребята, вот... Ребятам вообще респект, кто придумал вот эти шейдеры. Блять. Куда идем-то мы, петушок? Заплати на черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Блять, у меня что-то чурбан этот нахрен. У него ноги отекли, блядь, там по этой херне лазит. Если мне не веришь. Че надо-то? Бинокль? Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно, канатку видишь? Че это все расплылось, блядь, бинокль. Пока дрянь это не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе. Так что берем ноги в руки. Это как это, блядь? Я твои ноги должен брать в руки? Или кто у кого должен ноги-то брать в руки? Похоже, у Ани дела плохи. Или каждый свои должен быть? Как я тогда побегу? Двигаем, Артём. Кто вообще придумал такую поговорку? Приснил, блядь. Ну все, блядь, что-то косяки пошли. Вы видели, как мылит, блядь? Чем-то связано, блядь. А, наверное, загружается карта, блядь. Ну, тогда это умно. Просто отвал башки. Если так не сильно, блядь. Олей зовут. Ее тут уважают все. Ну еще бы, вожатая. Вот. Единственное оружие нормально. И с вашим пониманием, поверила мне, что мы не со злом пришли. Да, смотрите, как, блядь, отношение к деталям, блядь. Респект, они бы еще вот до ума бы довели, вот, блядь, анимации, ну просто дно пробивает. Ну, как можно сделать такую красивую игру, отработанную, обработанную, все сделано прям идеально, блядь, я считаю, блядь. Какой-то вот Unreal 5 тут, блядь, на старом движке они, видите, как раскружили, блядь. Ну и все, блядь, потемнело нахрен, блядь, в глазах. Респект вот ребятам, кто занимался вот именно вот этим дизайном, вот этим всем, блядь, молодцы, блядь. А кто занимался анимацией, двойка, блядь, двойка, ёпт, я даже тройку не могу поставить. Анимация просто пробивает дно, блядь, это не соответствует игре, блядь, вот картинки игры, анимация, блядь.
такое? А, заставка это что ли? Чурбан, блядь, застрял, блядь. Вот тебе и ноги в руки, блядь. А, я застрял. Ты там жив? Хуль ты у него спрашиваешь, тупица, бля, он глухонемой. А, да что ж такое? Я знал, что они долго не продержатся, блядь, на кухне. Ай-яй, Кинг-Конг жив, блядь. По-моему, это свинота, блядь, крупнее, чем... Он сейчас поможет мне. Смотрите-ка. Давай, 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 мужик. Ты чё, дурак, что ли, блядь? Тёмыч, выбирайся! Тупица, блядь, пиздани ему, блядь, по башке-то, блядь. Он хотел помочь кирпич отодвинуть, блядь. Дали еще мне это делать. Жирный, жирный пополз, блядь. Да вылазь нахуй уже, блядь. Ну мне ничего не хромает, не пить, не пить на меня. Тёмочка, блядь. Эх, нихуя себе. Сказал я себе. Смотри, смотри. Опа. Где? Че, опять его что ли валить? Ай-яй-яй, а я врет. Блять, перси. Так, подождите-ка, у меня эти тресня есть, блять, у меня. Ты куда ты нахуй на меня, блять? Да ты охуел, еб жердяга, блять. Сука, я тут загорелся, блять. Тушись. Как-нибудь, блять. Лоханулся я, блять. Царский проеб. Да? Че, блять, такие тормоза, блять. Где эта свинья, блядь? Свинья не я, блядь. Опа! Гори, гори! Моя звезда! Звезда любви! На тебе, блядь! Уже по жопе ты, блядь, просто твои. Эх ты, блядь! На! Опа! И тюкаем. Тюкай отсюда быстрее, блядь. Вот здесь разнесет он эту херню. Блядь. Опа, еще разок. Поляшка, блядь. Э-э-э! А что такое, блядь? Я не могу. Урод, блядь. Ну что? Вставай, блядь! Почему он не встает? Или это заставка опять? Ха-ха, это заставка, эх, это тупица, блядь. Вот так вот на краю-то, блядь. Эх ты. Подонок, блядь, вот этому, блядь. Давай ногой-то своей, пиздань. Вот так и надо было начинать, блядь. А что это за Кинг-Конг? Откуда он взялся, блядь? Что это за переросток, блядь? Где его держали? Кто его держал, блядь? Может, он содержал его кто-то, блядь? Ну давай, Тёма, кормил, помоги! Блядь. Нужно канатку подтянуть! Ну и козлёнок ты вонючий, блядь. Вот этому морду надо набить, блядь, за то, что он командный тух, блядь, обосрал. Оля, это Артём, мой друг. Опа, он вы видели, баба из кустов выпрыгнула, блядь. Твой друг. Он убил появилась внезапно, да блядь. Ты чего? А ты же обманщик. Ты всяков, блядь, это анимации просто жопа, блядь. Смотреть противно, блядь. Такую анимацию, блядь, нет. Времён, блядь, Великой Отечественной, блядь. Ты что, правда их убивал? Зачем? Они ж как дети малые! Как дети? Нихуя себе эти дети, блядь! Артём! Ты видел у них между ног, какие дети, блядь, ёпта? В рот тебе не влезут, блядь! Хуярили они меня, блядь, такие жлобы, блядь! Как дети, блядь! Херачили они меня там, блядь, будь здоров, на. Виси пока, блядь, висится, блядь! Кое-какеры вонючие. Все на Аврору! У нас все плохо. Нужно спешить. Особенно с анимацией. Мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. А теперь еще и Алеша ранен. Идем. Идем. Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Вообще ничего нет, никакой анимации. Теперь, ничего. Увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать.
Алёша, до сих пор не начавший ходить после тяжелого ранения, изводит себя тревогой, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Ну тоже вот на старье, вот видите, навешали всего. Вот на старье, на говнину, на движок говна какого-то, блядь. Навешали всяких примочек. Да. Вот раньше же не было такой, никакой тормозов таких не было. Блядь. Я же начинал-то ее, когда? Мам, не горюй, блядь. 30-60, по-моему, я еще начинал. Мы обязательно доедем. Никак ее не пройду, блядь. Уж три карты сменил, блядь. По-моему, 30-60. Все эти реки, горы, пустыни. А может, 10-80? Это все не то. Океан и точка. Точка. Верила, что доедем. Точка. Давай. Доеду. Вставай. Лечить ее надо. Артем, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь. Правда? Хотелось бы тебе ответить, но разработчики настолько дебильные, Артём, что не дали возможности даже помычать. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас, папа. Ты моя муму. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам. Пусть поспит немного. А что это за наркоз там колешь? Нам хотелось бы узнать. Откуда вы их берете? Здорово. Там разговор есть. Сережа, блядь, тюремщик такой. Эй, золотые руки, ты идти тоже подтягивайся. А что за золотые руки? Никто не идет с нами, мужик. Сёпа, и это, в рубку давай. Да, сейчас иду. Ну, скажи, что случилось, Настя? Артём, кто не волнуйся, все будет окей. Оля, это Алёша. Я тебе обещал, выхожу на связь. Алёша, блядь. Ты что, дурак, что ли, блядь? Вы видели, перед хрожей мне закрыл, блядь, дверь. Сейчас, блядь, по шарабану получишь, лысый ты обезьяна, блядь. Тюремщик, блядь, смотри нахрен, сейчас я... Блядь. Как? Тихо, глазища-то у них, смотрите, какие. Давай. Ты тут пялишься на меня, блядь. Нехорошие. А, в очках, я думал, столько дум, что ты с глазами, блядь. Давайте потрещим. Непростой разговор будет хуже. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так, а что с ним? По описанию зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, такую анимацию даже больно смотреть. Выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за черт, смотрите, там докутит, который. Может, как мы? Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно. И что теперь делать? Я скажу, что делать. Ну, давай, скажи. Мы с Артемом пойдем. Это не по-ублицки. Мы все пойдем. Да ладно, Артём один пойдет, как обычно, чё вы? Его жена. Шобла такая, блядь. Артём всегда один. Загнал её в тот чёртов подвал. В первой части там и то с людьми бегали. Здесь, по-моему, тоже есть, но очень мало. Так что мы оба виноваты. Даже что-то я не припомню. Тем не менее, мы оба... Биомы меняются, очень интересно. Сделано с умом. Вот я имею в виду как раз вот по графике, биомы. Это не все-таки начинать ордена, надо было это наше с, Артемом с метро. Дело. Добровольцы не нужны. А не с поезда. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. Давай ближе к тексту. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках. У нее яйца там не сгорят, вы это, черт.
Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, не застрять на Авроре в снегах нам что? А это что в одежде? Смотрите, блядь, экипировка. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни им, Андрей. Города большой музей железнодорожного транспорта. Если он на посту, так иди на пост, что тут торчит. Там очиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Ну все, завали, давай, поехали. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Девчонку лечить, да, хватит трепаться. Yes, а что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Блять, не даст вы так. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? А, точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Ну говори, что ты хочешь спросить. Товарищ полковник, я по как костюму. Обычно. Да. Я в прошлый раз, по-моему, даже это, я не знал, бля, как начать игру, вот так вот, на карту надо, оказывается, было ткнуться. Я что-то шарохался туда-сюда, что делать, Аня понять пока не могу, блядь. Она верит в меня, верит в нас и ну, верит не зря. Ну, до конца не немножко осталось. Тысячи вот километров остались позади. Перед я нами смотрел, Новосибирск. По-моему, это последний мертвый город, да? Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Соединять сейчас надо будет части. Перестали вылеты. Разгон на карту был велик. Брал я его. 2000 держит. 975 поставил. Нормальный держит. 975. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Че ты... Кто это лопочет, блядь? Че, американцы из Воронежа, что ли, блядь? Че, не русский, что ли, это, блядь? Я смотрю, он в обмундировании. Все раздетые, а он, блядь, замерз, видать. Голова мерзнет, блядь. 8 разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Точно, думаю, приплели, лучше блядь. Тут на поверхности долго не быть. Ну как же без этого, блядь? Ёк, надо же, блядь. Америку сюда влупить. Как они едут там? Смотрите, у них рельсы-то разобраны, бля. Ну что, готов, Артём? Занесло так. Давай, что за город-то, бля? Не Нижний Новгород. Давай за мной. Самар городок. Да, я помню, как ты на поезде ездил. Ездил на поезде, бля, романтика. Ну, когда ты едешь один день и туда, а когда три с Калининграда, я перся, черт знает сколько. Времени нет, так что пойдем на пролом. Уже пройдемся по плану еще раз. Ермак. Вот так. Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан. Мы с Крестом и Сэмом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Идет. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Но... Наконец-то, блядь. Значит, наконец-то мы дух метро сейчас увидим. Удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Да, вот не очень мне там зашла, конечно, пустыня, блядь, но все равно интересно, интересно играть, двигаться по биомам, я ничего не говорю, но игра, конечно, сделанная на коленке, и еще на эту старую дрянь накрутки такие, но достойно выглядит графика, ты, пожалуйста, со всеми наворотами, особенно HDR, конечно, дает лучи, знать. Договорились? Конечно, мы с Мишкой будем ее охранять, правда, давай, Мишка? Принцесска. Мишка пост принял. Все, пойдем. Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Ну, да. Как видишь, я. Надеюсь, идем. Успеем.
Шагай давай, чего это время тянете? Они я не пойму. На вас дождется. Что, блядь, жуете здесь, блядь, в маске? Только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Катюха. Заходи, Артём. Чё заходи, не пойму? Видишь, Кристоф удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Ну все, я пошел, что я мешать-то буду здесь вам? Пошли мы за лекарствами, что тянуть-то, блядь? Возвращайся скорее, для нее это будет лучше. Так вот, вот именно что, а мы тут буксуем с этим чертом, блядь, батьком, блядь. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо. А мое вот это, что ли? Бери уже! Он не берет ничего. Тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что... Блять, врагам ему надо пиздануть, да? Подумай хорошенько. Я один хуярил везде здесь. Я жду в машине. Обезьяны вы вонючие, блядь. Вот вам благодарность. Мешки с говном. В рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Надо вот этих набрать. Говнины этой, да. Еще я зажигательный. Вот эти вот надо тоже купить. Вот этих тоже надо купить. Все надо купить, чертовой матери. Сейчас на бомбу не хватит, да. Арбалет на помойку, блядь. Зачем мне нахер арбалет нужен? Мне надо нормальную вещь взять. Как арбалет мне поменять? Мне не нужен он. Я не хочу с этим арбалетом ходить. Как его выкинуть? А? Что это такое? Как оружие-то здесь менять? Я что-то тут понять не могу. Как-то я мог другие оружия брать, а здесь как брать другие оружия? Как выбирать другие оружия? Я что-то не могу рассосать, блядь. Дерьмо вонючее, блядь. Пошел я, все. Шагай уже, блядь. Готовы? Готовы. Ну, Артём. Вот он, твой шанс. Последний. Давай уже. Ты меня понимаешь? Все, очень на блядь. Это надеюсь. Танка, блядь. Там через меня. Поклоним. Блять. Наверное, сюда вот надо садиться, скорее всего. Ты праворульск, что ли, блядь? Я не пойму. Нет, поехал. Слава богу, нахер эту буханку рулить ей. Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Съехал, видели как-то? Даже не качнулся машина. Удачи, ребята. Это вот анимация, кроме здесь двойка на анимации. Не на кого. Двойка. За все вот это, за всю эту анимацию двойка. Петушок, ты что, куда ты едешь? Ты вот туда езжай, блядь. Юрасев в последний момент закручивает. У меня друг такой стоит. Покойный тоже. Таксистом работал, блядь. Я говорю, это как шахмат, ты должен просчитывать. Он в последний момент, блядь, поворачивает. Блядь, опасно ездить, блядь. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Наконец-то, блядь, в метро попадем сейчас. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше. У меня что-то вылеты поперли, блядь. Я все заливал, все нормально было. Сколько частей залило. Сейчас сбавляю разгонно. Уже второй раз сбавляем. Посмотрим, как сейчас. 10 минут и вылетает. Или виснет. Сначала вылетал, потом виснет. Только давай эти переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Ты дурак, что ли? Ты что, смотри, где остановил меня. Я думал, выходите у меня. Похоже, там можно выбраться. Блять, один глухонемой, другой такой трепач, типа меня, блять. Ты. Это, конечно, большой плюс в игре, когда что-то кто-то лопочет. Ну, я-то, блять, глухонемой сижу сейчас здесь, блять. Му-му. Он и му-му-то не му-му, ёпта. Смотрите, куда он попёрся, блять. Машина вот так не качается даже. Вы видели? Она просто поднимается и опускается. Даже нет качки, блять, машины. Ну, если вы это делать не умеете, разработчики, блять, зачем вы, сука, суете? Туда, где вы вообще не в зуб ногой, блядь. Поленились бабок смотри, кому-нибудь дать, блядь. Машин. Военные все перебили. Блядь, 9 очков. 9,5 дают из 10. 5 из 5.
Тут двойка за анимацию, это сразу балл в любом случае, блядь, снятие балла, блядь. Так это балла мало, потому что чего? Сюжет, картинка, анимация. Да, вот три части спустимся. Составных. Вход в метро совсем замело. Ты открывай давай! Артём, давай за баранку. Я по черт, карте, блядь, смотреть буду куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Так вот метро, ты дурак, блядь, бестолковый. Ну и ты чурбан, блядь, без ноги, ну. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Трясет у него руки, смотрите, блядь. Сейчас опять нахуй висака, блядь, получится. Где спуск в метро? Не провалится машинка у нас здесь, блядь, гоняем. О, сколько снега. Газу поддать, блядь. А буря все усиливается. По-моему, я не туда еду, или туда. Если он трещит, дико, значит, выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Сейчас лекарство нужно найти, черт, потом будет. Ладно, ладно. Мозги, давай, блядь, направо, красиво. Деваться больше некуда. Что он показывает? Направо крутить? Давай во двор, налево. Блять, налево нахуй. Кто, блядь, направо крутил, махал руками, или он просто у него анимация такая, блядь. Торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Откуда он знает? У него карта, ты, блядь, штурман, блядь. Ты карту достань, блядь. Тупица. Хрен моржовый, блядь. Артём, аккуратней. Может, ты сам сядешь за руль, блядь? А, шторм усиливается. Ненавижу, когда начинает что-то, блядь, хуйнить. Брат, мне вообще-то никто никогда ничего не говорит. Налево. Одни бабы-то, блядь, сели пьяные, блядь. Смотри, давай мне тут указывать. Я вы охуели, блядь, что ли, говорю? Вылазьте нахуй. Лечить меня будете, блядь. Я за рулем, блядь. 20 лет, да, у меня будет тут мерзавки, да. Ах ты, ёперный боец. Заткнулись сразу, блядь. Тут, похоже, я ведь, мне плевать, я ведь таксую на вокзале, я, блядь, высужу в любой момент, да. Не плевать-то. Приехали, черт. Кто там что пишет, блядь, им там пишут, жалуются, блядь, мне в прошлый раз. Я на вас нажалуюсь, ну и куда вы нажалуетесь? Он всё растёт, фильтров надолго не хватит. Эх ты, блядь, дурак этот пропал, вы видели, блядь? Косяки, блядь, прут прямо. Прут пруди, блядь. Со мной не останавливайся, или нам конец. Где этот тупорез-то, блядь? Он сам там буксует, блядь, без ноги, блядь. Чурбан, блядь. Когда ему ноги-то отдавило, я что-то не помню такого. Бля, вообще прикольно сделано, да? Смотрите, вот отношение к деталям просто, блядь, превосходно. Да, есть плюсы. Есть плюсы в этой игре. Биомы меняются. Игра длинная. Дух вот этот вот. Именно метро. Вот сейчас вот мне нравится это место. Да. Просто обалденно, как вот первое метро. Просто метро-то именно этим и зацепило. Вот первая часть. Она зацепила именно вот этим духом станции. Вот это вот. Интересно было. Там всякие разные станции. Поэтому еще раз повторюсь. Надо было сначала делать вот такую вот игру лазенник, а потом уже на этот корабль. Что тут такое вот это? Кто это разрушил, блядь, сделал это? Эх, твою мать. Эх ты, блядь. Ох ты, блядь. Тихо, тихо, мужик. Кряхни хоть что-нибудь, блядь. Ты уже ляжки себе все отбил, наверное, блядь. Даже слов не сказал. Кто вот отвечал за это все книги? Давай поищем проход в сторону центра. Смотрите, это я переустановил драйвер, блядь, все. Видать, эта игра, блядь, наказала меня. Драйвер сбросила мне. Есть идеи, как попасть в тоннель. А я после нее ведьмак поставил, что-то ведьмак какой-то стал, блядь, другой цветом, блядь. Не пойму, это какая-то бледность появилась. Давай помогу открыть. Что думаю за бледность такая, ну? Перестановил, вроде сейчас он пошла, мать. Пошло время 11 часов, блядь, а я сел полдесятого, блядь, не могу 40 минут залить ее. Скелеты кругом. Фу. Сейчас брошу. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Ладно, может, сейчас нормально будет.
Идем дальше. Только наконец-то мы в метро пришли, бля. Уже не кусаются, но мало ли кто тут вышел. Да хорош орать-то, блядь. Вон он завыл, блядь. А падал ничего. Не пизданул, не перданул, блядь. Метро-то тут не особо глубокое. Вот издалека вот не так она пугает анимацию. Я уже говорил об этом. Но близко это просто, блядь. Тут понятно полегче. Ты расти моя пиписка, блядь. Но уже схватили не меньше тройной нормы. Пиписка такая, блядь. Большая, блядь. Ну что, стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Он свистун такой, как я, блядь. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, тесть-то, блядь. А этот черт, блядь, глухонемой, я. Дышать, похоже, можно. Третьей части, блядь. Мычало, блядь. Че? Отлично. Какую-то помойку зашли, блядь, которые, наоборот, должны от них газа быть. Может дышать. Ну, метро там же это делают, как бы. И тут твари. Где? Кого-то увидел. Полезу. Но ничего. Не, ну вот прошла сейчас запись. Вот на этих записях, блядь, зависала. Блядь, задрала меня, нахуй, игра, блядь. Три раза там, три куска у меня, блядь. Надо соединять. Соединить надо по уму, чтобы хоть так уж без косяков, блядь. Прямой дороги нет. Артём, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. Ну давай, иди сюда, ёпта. Чё, блядь, дверь открывали, я должен открыть. Ух ты, блядь, сука, гнида, блядь, казематная, блядь. Тут же, блядь, меня, блядь, наказали, блядь. Чё-то мужик, блядь, долговато шёл-то, блядь, до меня, блядь. Чё это вот сейчас, блядь, за сопли были у меня на экране красные, блядь? Эх ты, блядь, нихуя себе. Кинг-Конги, блядь. Вы чё, блядь, тут здесь? Питомцы, блядь, вонючие, кто вас выпустил, блядь? Наконец-то, блядь, метро пошло, блядь. Только бы еще не зависло, блядь. Приготовься, пойдем, блядь, проход искать хер с ним, блядь. С этим пенсионером, блядь, сам он там как будет. Давай, вот, подозвон, блядь. Ты там это, борешься, нет, мужик? Не завалили его? Где он тут, блядь? Шоколенок-то этот, блядь, нет. Может, дождусь его. Пришел, блядь. Дерзается, дерзается. Все заброшено. Черт. Снова тупик. Блядь, ну повеселей, да, с человеком, как вот в первой части, да? Там везде шарохаешь с кем-нибудь, блядь. В таких коллекторах можно пройти с... Ну, понимаете, надо второго человека сделать, а нахуй это им надо? Они вот взяли кусок говна, выпустили, а потом люди стали возмущаться, блядь. И они вроде руки не опустили, начали немножко DLC там что-то ковырять. Ближе к метро, вот, ну, конечно, блядь, этот открытый мир нужно было делать в самом конце, блядь. Вот сейчас надо было его делать, этот открытый мир. Вот это все шарохание надо было раньше. Ну, очень радует картинка, конечно, очень радует. Ну-ка, блядь, членососники, блядь. Убирайте свою гниль свою, блядь, вонючую. Ты где у меня там, блядь, тестера, блядь? Сейчас утонет там нахер этот кореш, блядь. Ну, стрельба, импакт, мне так нравится, ничего так нет. Он здесь не вылезет. Он не идет туда, значит, здесь все-таки вылазит нам. Ага, вон, блядь, не вылезет. Потому что он здесь уперся, блядь, я и не вижу ни хрена, блядь. Сейчас увидел, блядь, спасибо лучам, блядь. А вот и местные жители. Рассмотрел прозрачно. Похоже на ту яму в Москве. Россия, блядь. Ты, блядь, а чё их, блядь? Они померли здесь, блядь. 8 тысяч километров. Интересно, этих тоже шпионами называли? Вон там клетки, блядь, где-то. Смотрите, возвращаемся в метро, мой, реально, блядь. Фашисты какие-то.
Вот у, блядь, петушок, блядь, ёбать. Как смотреть вот эту херню, блядь? Всё, блядь, красная эта тресня, блядь. Ну, по-моему, из-за HDR, блядь, мне кажется, это красная тресня. Где этот барбуз-то, блядь? Ну, может, да уж. Кстати, трупом не больше года. Как вот он так умер, блядь? А? Не скатился вниз. Не спустился. Эх ты, блядь! Артём, живой! Повезло опять. Это деление наше метро. Ну только мне сказал, да, что ты? Петушок ты, блядь. Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползёшь. А мне без лекарства. Так специально сделал. Назад дороги нет. Ну идем. Ну ладно, хоть наладилось все, блядь, то я думал уже бросать на это метро, блядь, уже усрался я на. Тут выход. Полтора часа ковыряюсь, блядь, не могу 40 минут записать. Сейчас надо куски эти делать. Завтра только, блядь. Вечером, да, залью. А, что-то мне подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. Да плевать, побежали, да и все, нахуй. Вот и все, блядь, что тут, блядь, супер разжевывает. Кистера, блядь. Давай на своих двоих, блядь. Накопаться к своих. Ну, что, он дальше не идет, блядь? Давай пока заведем на горилку. Убери ее отсюда, нахуй. Ну чё встал-то там, я не пойму, этот дурашлёк-то, блядь. Да убери ты свою хренотень, блядь, зажёг. Нахер ты её тут за... Поехали вот на этой тресне. Вот оно, метро-то, блядь, да? Смотри, они держали оборону бронелетучками, а как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Пошли на станцию. Ладно, хоть какая-то цель у нас появилась, там лекарства, блядь, найти. Ехали, ехали на этом поезде, черт знает куда, блядь, никаких. Сюжет, конечно, здесь кусок говна, блядь, я вам честно скажу. Можно было бы как бы по дороге кого-то спасать, да? Набить этот поезд, блядь, еще один вагон людей набить там. Детей там, женщин спасать, блядь. Мы только, по-моему, одних вот этих вот девчонок уже... с мапкой, блядь, спасли. Если они сами к нам не подошли, я уже вот не помню. Их тут, блядь, смотрите. Суки, меня не сожрут, блядь. Смотрите, вот они. Давай это своей палкой, блядь. Иди вперед, блядь. Нахуй, сейчас. Покуцают меня. Чё это у него за дудка такая, блядь? Кусок говна какой-то, вот знаете, вот, блядь. Собрали вот этот пульбулятор какой-то, блядь, у него висит, ничего, блядь. Ничего не мерещится. Радиация. Не ружье, а пульбулятор, блядь. Вообще ничего не поймешь, что там натыкано, блядь. Просто ребенок какой-то собрал какую-то херню, блядь, палку, блядь. Всего навешал, блядь, все, что было, блядь. Запчастей. Блять, он подбешивает меня, конечно, начинает этот пенсионер, блядь. Сопли разжевывает, идет, блядь. Чё такое пикает, блядь? У кого это чё-то пикает-то, я понять не могу. Тут бой закончился. Намордники мы сняли. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Пошли. Давай, иди куда и веди меня, блядь. Что чё, это? Шу, слышал? Блядь. Тише. А чё там? Кто там? Вот. Эх, нихуя себе. Эх, нихуя себе, блядь. Смотрите-ка, блядь. Эх, ёпта, эти куки, блядь, спрятались. Берите эту мерзость, блядь. Штука, это какой-то дельфин, блядь.
Дельфиненыш какой-то, блядь, сука. И прикольно сделан, да? Вон, вон, собака там, блядь. Блять, эта дудка у меня вообще суперская. Ну, вообще-то хотелось бы ружье взять, блядь. Обрез. Ну, по-моему, обрез как раз вот вместо дудки этой, блядь. Все, запись пошла. Давай, мужик, я вижу уже. Всё. Давай, кручу я. Кручу-верчу. Обману тебя всех хочу. Я думал, мерещится опять. Будто мертвецы поднялись. Попали в самые логовые твари. Мертвецы бы интереснее было бы, да? Ну, я не против, хватит, почему бы и так-то. Задохнется он у меня на этой лестнице, нет? Плевать ему, блядь. Даже не пизданул, блядь. Двойка, блядь, вот за эту, сука, анимацию и за эту херню, вот, блядь, глухонемую, блядь. Третью часть сделать глухонемой. Как такое вообще возможно, блядь? Ну ладно, там DLC, как DLC было, блядь. Вторая часть. Но все равно там же тоже своя история была. Где этот чурбан, блядь? Да здесь я уже, блядь, и все уже облазил, блядь. Вон уже дверь выбиваем. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Ну давайте, ребята, на этом остановимся. Меня выдрала она эта часть. Давайте остановимся на этой части. Блять, да что ж ты за конь-то, блять? Кишечник вонючий, блять. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.